взяв ответственность за новую жизнь, каждым будущим родителям необходимо осознать всю серьезность предстоящих изменений, как моральных, так и физических. Чтобы беременность спонтанно не прервалась, подойти к ней нужно в полной готовности. Одной из частых причин неразвивающейся беременности, а также множественных пороков развития у плода являются хромосомные аномалии. Стоит принять к сведению, что цитогенетические исследования для выявления отклонений развития будущего малыша уже начали проводить в университетской клинике «Казань». Современная медицина предлагает будущим родителям не только узнать пол ребенка и увидеть его черты лица, но и заранее определить, какие болезни ожидают малыша в будущем. Помогает в этом цитогенетическое исследование. Направление цитогенетики – это новое направление для медико-санитарной части КФУ. Современные технологии существенно облегчили эту методику, потому что сбор изображений хромосом производится теперь роботом в автоматическом режиме, а врач, лабораторный цитогенетик, анализирует уже архивные данные, то есть микрофотографии, которые робот записал автоматически. Цитогенетическое исследование рекомендовано родителям, столкнувшимся с проблемой зачатия. Оно поможет выявить причины бесплодия или невынашивания. Процедуру цитогенетических исследований назначают также беременным женщинам, оказавшимся в группе риска по высокой вероятности рождения ребенка с другими генетическими заболеваниями, а также парам, планирующим беременность в зрелом возрасте от 35 лет. Внутриутробное цитогенетическое исследование плода назначается врачом-генетиком после консультации супружеской пары и оценки возможных рисков развития аномалий. Когда назначается пренатальная инвазивная диагностика? При возрасте женщины старше 35 лет, если имеются биохимические или ультразвуковые признаки патологии беременности, если в прошлом в семье родился ребенок с множественными пороками развития, или если были спонтанные аборты. Получить консультацию врача-генетика с последующим цитогенетическим исследованием можно по рекомендации врача акушерско-гинекологического профиля, врача-гематолога, врача-уролога, также обратившись напрямую к врачу-генетику университетской клиники КФУ. Пройденный процедурный курс цитогенетического исследования позволяет многим супружеским парам, имеющим дефектные рецессивные гены, родить здоровых детей. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.